Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения начинает свою работу в Каспийске. Этот пилотный проект запустили по инициативе заместителя председателя правительства России Александра Новака. Единый оператор берет на себя обязанности по устранению технологических проблем, развитию систем водоснабжения и водоотведения, формированию единого тарифа для потребителей. Его создание позволит привлечь средства на модернизацию системы ЖКХ, а это значит, используя федеральные механизмы поддержки, решаться проблемы изношенности сетей коммунального хозяйства, появится возможность обновления систем водоснабжения и водоотведения.